Ближе садитесь, братья. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Он после того, как шейх сделал хутбу, говорит, я, говорит, благодарю Аллаха Субхану Ва-Тааля, что он собрал нас здесь, прошу Аллаха, чтобы всех нас укрепил. سنتكلم بإذن الله تعالى عن شرح مختصر, يعني مختصر للمختصر لمتن يسمى بالأصول الستة. نعم. Сегодня, говорит, дозволение Аллаха Субхану Ва-Тааля, говорит, разберем, говорит, коротким разбором, говорит, небольшую книжку, которая называется «Шесть основ». أولا, يعني, لماذا يعني اخترنا دراسة هذا المتن. Во-первых, надо, давайте поговорим, почему мы выбрали именно разбор этой книжки. نصيحة العلماء, العلماء نصحوا بدراسة هذا المتن المبارك. نعم. В первую очередь ученые нам дают наставление изучать эту книгу. وهذه الأصول الستة هي أصول عند أهل السنة والجماعة. أسأل الله يجعلنا وياكم منهم يا رب. И говорит, эти шесть основ являются основой, говорит, у Ахли Сунна валь Джамаа. Говорит, я прошу, чтобы Аллах сделал нас из их числа. أنت يعني الآن قد يسألك سائل ويقول ما هي أصول أهل السنة, ما هي أصول أهل السنة. نعم. Если кто-то спросит тебя, что является основами у Ахли Сунна валь Джамаа, تقول أنا لا أدري. Ты что скажешь? Я не знаю. تقول كيف أنت تدعي أنك على طريقة السنة ومن السنة وأنت لا تعرف ما هي الأصول التي عليها يعني السنة. نعم. Тогда он тебе скажет, а как ты, говорит, заявляешь о том, что ты из числа Ахли Сунна валь Джамаа, если ты даже не знаешь тех основ, на которых основывается, да, призыв Ахли Сунна валь Джамаа? نعم. هي ليست أصول ستة فقط. نعم. И они не ограничены только шестью этими столпами. لكن من أهم هذه الأصول, هذه الأصول الستة. Но однако из основ Ахли Сунна, говорит, это является одним из важнейших основ. نعم. إذا نحن اليوم بإذن الله تعالى ندرس أصول ستة. نعم. Поэтому сегодня, за дозволение Аллаха, мы разберем с вами эти шесть основ. لأن هذا العدد يعني يجعل الطالب يحفظ. لو قلنا لكم اليوم سنضبط أصول ستة تضبطها في هذا اليوم, عندما يخرج هذا من الدرس الآن يراجع مع زملاء هذه الأصول الستة وتضبط إن شاء الله تعالى. Их надо, говорит, закрепить, говорит, после того, как мы с вами пройдем, говорит, эти шесть основ сегодня, говорит, вы после того, как выйдете, говорит, повторите со своими друзьями для того, чтобы это укрепилось в ваших сердцах, эти шесть основ. والمؤلف رحمه الله تعالى سار في هذا في ضبط المسائل بالعدد على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. Поэтому, говорит, автор этой книги, говорит, упоминает число, не в одной своей книге, да, упоминает число, как, допустим, три основы, да, или здесь шесть основ, идя по пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر العدد احيانا وهذا العدد غير محدد يعني غير منضبط بهذا قد يزاد عليه. И пророк сам иногда упоминал какие-то числа, говорит, но не для того, чтобы ограничить, да, вот эти вещи числом. Иногда бывает, может что-то добавить к этим числам. فالعدد اذا ذكر في الكتاب والسنه, اي عدد يذكر في الكتاب والسنه, 5 6 او 10 او هكذا, هل يحدد بهذا, هل يزاد عليه او لا؟ И говорит, когда мы видим, что приходит какое-то число, да, в Коране или в Сунне, там, 3, 5 или что, можем ли мы к этому что-то добавить или нет? نعم. إذا وجدنا في النصوص الأخرى ما يزيد على هذا العدد, أصبح العدد هنا غير محدد, لأنه جاء دليل يدل على الزيادة على هذه الأعداد التي ذكرت. نعم. И говорит, если мы видим другие доводы, которые указывают, что есть что-то, что выходит за рамки ограниченного, да, названного выше числа, тогда мы говорим, что предыдущее число, которое было названо, оно не ограничено этими пятью вещами, да, или шестью вещами. То есть, если есть довод на то, что можно добавить к этому что-то, тогда добавляем. Мисалу, قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا, اجتنبوا السبع الموبقات. Как и на этом является пример слова пророка, сам говорит, сторонитесь семи смертельных грехов. Мубикат, يعني мухликат. Которые губят, да, губительны для человека. Тухлик, نسأل الله عافية والسلامة. فوجدنا في نصوص الكتاب والسنة ما يزيد على هذه السبع.
И мы, говорит, также находим в контексте Курана и Сунны то, что добавляется к этим семи, да, смертельным грехам. Как, например, говорит, плохое отношение к родителям. فالعدد هنا ليس له مفهوم انه زاد عليه زدنا عليه من النصوص الاخرى мы не можем ограничить поэтому большие грехи семью да как в хадисе пришло да то есть потому что есть контексты которые указывают на то что их больше чем семь كذلك الان مثلا حديث خمس من الفطره وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث زاد على هذه الخمس اصبح العدد هنا غير محدد بهذا Поэтому также есть вещи, которые являются, как Пророк сказал, пять вещей, являющихся естеством человека. Но также в других хадисах приходит, где Пророк называет этих, что их больше, чем пять. Поэтому вот эти пять вещей, которые вспоминаются в этом хадисе, их больше, чем пять, да, на самом деле. سبع موبقات حتى يعني يستحضرها الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك من بعدهم. Тогда вопрос возникает, а зачем тогда упоминает Пророк, зачем упоминал Пророк сам эти вещи, да? То есть говорил семь смертельных грехов или пять вещей, которые являются естеством человека. Как бы имеется в виду, что вот в сегодняшнем маджлисе я хочу вам рассказать о семи смертельных грехах, чтобы они их запомнили, что их именно вот о семи говорили, чтобы они укрепились в них. نعم. الثاني القسم الثاني عدد لا يزاد عليه لان لم نجد في نصوص الكتاب والسنه ما يزيد على هذا العدد فهذا محدد لا يزاد عليه نعم есть говорит вещи которые упомянуто количество в Коране и Сунне и мы не можем к ним ничего добавлять да то есть они ограничены именно этим количеством نعم مثل اركان الاسلام الخمسه واركان الايمان السته как например что столпов у ислама 6 и столпов у имана столпов у ислама 5 и столпов у имана 6 نعم طيب هذا يعني تقريبا مدخل لدراسة هذا المتن المبارك. Это являлось небольшим вступлением в изучение этой книги, да, благословенной книги шесть основ. ما هي الأصول الستة؟ Что эти, какие эти шесть основ? الأصول الستة قلنا أصل عند أهل السنة وضده أصل عند المخالفين للسنة. نعم. Поэтому говорит, когда мы говорим основы у أهل السنة والجماعة, значит, здесь имеется в виду, что Эти основы, которые являются противоположностью основы, которые противоречат Ахле Сунна ва Джамаа. Лянна Ахле Сунна قلنا لهم أصول يسيروا عليها. هذه الأصول ليست من عندهم. هذه الأصول جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Поэтому, как мы раньше упомянули, что Ахле Сунна ва Джамаа есть основы, на которых они идут, да? И эти основы они не придумали сами себе. Это те основы, с которыми пришел к нам пророк саллаллаху алейхи ва саллям. الأصل عندنا مثل الشجرة الآن الأصل عندنا أصلها ثابت هذا اللي يكون في الأرض صحيح نعم والأصل عندنا الأب الفرع اللي يتفرع من الأب من الأولاد الذكور والإناث نعم أبناء وبنات نعم как например дерево да у него есть основа это корни да которые прочно стоят в земле да от него все остальное происходит или же как отец он является основой то что от него происходит это его дети да то есть основа это то чего на что мы основываемся речь نعم اذا سنذكر الاصل وما يخالف هذا الاصل نعم поэтому будем вспоминать основу и то что противоречит этой основе لان بالضد وبضدها تتبين الاشياء اسالك ما هو العلم تقول العلم ضد الجهل Поэтому, то есть, для чего? Для того, чтобы больше, лучше понять, да, эту основу. Потому что, говорит, в противоположностях лучше вещи понимаются. Как, например, тебе спросят, что такое знание? Ты скажешь, знание – это противоположность невежеству, да? То есть, ему противостоит невежество. Так, тьма, противоположностью является свет. Итак, мы назовем الأصول الستة. الأصل وما يضاد هذا الأصل حتى, يعني, نحذر من مخالفة هذا الأصل. نعم. То есть поэтому будем вспоминать основу и то, что противоречит ей, для того, чтобы ее сторониться, да? Это противоречит. الأصل الأول وهو أصل الأصول إخلاص الدين لله التوحيد. نعم. И первая основа, которая является основой всех основ, это إخلاص перед Аллахом سبحانه وتعالى, да? То есть искренность перед Аллахом. نعم. إفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة إخلاص الدين لله أن تبتغي بالعبادة وجه الله سبحانه وتعالى نعم. то есть уединение Аллаха во всех видах единобожия во всех видах таухида
То есть очищение религии Аллаха Субхана Тааля от многобожия. Задда лихлас аш-ширк. И противоположностью ихласа является ширк, многобожие. На. Аль-Сани, аль-Асла-Сани, аль-Иштима. Вторая основа Ахля Сунна Джамаат является иджтима, то есть собираться на основах Курана и Сунны, собираться на том, на чем собирались сподвижники пророка саллаллаху. И противоположностью этой основы что является? Ифтира. Разногласие, да, разделение. Третья основа. Ас-сам'у ват-та'а. Слушаться и подчиняться. Ва задду. А противоположность этому? А противоположностью слушаться и подчиняться правителю является то, что мы видим на сегодняшний день. Это выход против правителя, да, хуруч против него, различные митинги, да? نعم. كذلك عندنا الأصل الرابع من الأصول وهو العلم الجاهل. العلم معرفة العلم والعلماء لابد نفرق بين العالم الرباني علماء أهل السنة وعلماء أهل الضلال لابد نفرق بين هؤلاء وهؤلاء نعم. Четвертая основа это то, что мы должны отличать ученых сунны, истинных ученых от лжеученых, да, ученых заблуждения. نعم. So, أيضا نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Пятая основа то, что мы должны разделять между приближенными к Аллаху и приближенными к шайтану. وكذلك الأصل الأخير السادس هو الأخذ من الكتاب والسنة. وضد هذا ترك الأخذ من الكتاب والسنة والرجوع إلى متهوكين إلى حيارة إلى ضلال. نعم. А и шестая основа является то, что мы должны брать свои знания из Курана и Сунны, да, то есть. А противоположностью этому является то, что человек оставляет Куран и Сунну и начинает брать знания с каких-то других источников. Да. Ман юид алей. Кто повторит мне? Да. Нафта бил ямин. Первый ихлас. Начнем справа. А. Ай шей, يعني اخذ اي اصل من هذه الاصول. Что ты вспомнишь, что мы о чем мы говорили, хоть какую-то одну основу. Не обязательно по порядку. А, шейх. معرفة العلم والعلماء. ما عندنا اصل أن لابد أن نعرف من هم علماء أهل السنة والجماعة ولأنه قد يلتبس على بعض الناس ولا يفرق بين العلماء والجهال. نعم. Брат вспомнил, то из основ это разделение между учеными и знаниями ученого. Да? Шейх говорит, потому что говорит, есть люди, которые говорят, берут знания не от ученого. Да? То есть человек должен различать говорит, ученого от неученого, да, и брать знания только от ученого. Нам. Аль-Ихляс. وضد الشرك نعم искренность и противоположность ему является ширк многобожие الاجتماع وضده الافتراء نعم то есть брат понял основу то есть собираться на Куране и Сунне и противоположность ему является разделение общины نعم افراد الله بالعباده уединение Аллаха افراد الله بالعباده قلنا الأخذ من الكتاب والسنة وضد ترك الأخذ من الكتاب والسنة. Шейх говорит, мы упоминали говорит, такую основу, как основа является то, что мы берем свои знания из Курана и Сунны. А противоположностью ему является что? Оставление получения знаний из Курана и Сунны. Айру. Подчинение правителю. Ас-сам'у ват-та'а. Вадду. Противоположностью слушаться и подчиняться правителю является عدم السمع عدم الطاعه والخروج والمظاهرات وغيره نعم то есть отставление слушания и подчинения да выход против правителя и митинги говорит это всё противоречит этой основе غيره следующий приближенные к ученым и шайтану аулия ар-рахман аулия ар-рахман аулия аш-шайтан نعم то есть приближенные к рахману к милостивому и приближенные к шайтану да? ايش باقي هذه الستة. هذه. طيب. طيب. نعيد أيضا. ماذا أخذنا قبل الأصول الستة؟ ها؟ Что мы говорит, о чем мы говорили еще кроме этих шести основ? قلنا لما نعم. Отречение ширк. Тарку ширк. لا 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 قبل 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 ما أنا. Вступление. Когда шейх объяснял, прежде чем начинать разбирать, о чем говорили? Только шесть основ. ذكر العدد في القرآن ذكر العدد في نصوص الكتاب والسنة هل يزاد عليه أو لا يزاد عليه قلنا ننظر
في الأدلة الأخرى وجدنا ما زاد عليه أصبح العدد هذا يزاد عليه. Мы говорили о том, что если упоминается в контексте Курана и Сунны какая-то цифра, какое-то число, мы смотрим на другие доводы. Если есть другие доводы, которые указывают на то, что к ним что-то добавляется, да, мы говорим, что к ним можно добавить. Если нету доводов на то, что можно добавить к этим вещам что-то, да, мы говорим, что этих вещей вот ограничено, так как упомянуто в шариате. То есть, и поэтому, если мы, говорит, не находим вещей, которые добавляются к этим вещам, например, в хадисах или в аятах, тогда мы говорим, что эта вещь ограничена именно этим количеством, и не можем к нему ничего добавить. Нурид мисал ли'адад юзад алей. Мы, говорит, приведите пример такой, в котором упоминается число, и оно не ограничено этим числом, то есть можно добавить. Нам. Сабаль мубикат. السبع الموبقات نعم هذا لأنه وجدنا موبقات غير هذا السبع. Потому что говорит в контексте приходит, что смертельных грехов больше, чем семь. نعم. Почему мы изучаем توحيد? نقول إيش يقول مو مشكلة. يقول لماذا ندرس توحيد? لا هذا غيره نريد مثال لعدد يزاد عليه. Пример, который может добавить. Вот эти шесть основ, о которых мы сейчас говорим, их не шесть. Он именно говорит пример именно хадис, да, какой вот приводит или аят, где вот приходит число, но оно не ограничено этим числом. Хамсу мин аль-фитра, ваджадна хадис ашру мин аль-фитра. Нам. А он يقول عشر مبشرين بالجنه. العشر مبشرين بالجنه هناك من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم غير العشر مبشرين. نعم. مثل امهات المؤمنين. А десяти, которых Аллах, которых Пророк сам обрадовал раем. Но есть тех, которых Пророк сам обрадовал раем, их больше, чем 10, да? Сахих. Тайб. Нурид адад мухаддад, ла юзад алейх. Теперь, говорит, приведите пример на такое количество, которое нельзя добавлять к нему, да? Хадис, который упоминает на число, но к нему мы ничего не можем больше добавить. 5, 5 столпов. Аркан аль-Ислам. Аркан аль-Ислам, аркан аль-Иман. Также столпы Имана, да? Как столпы Ислама, также столпы Имана. Абуаб аль-Джанна. Что, дверей у рая, да? Нам. 7, да. Тайб. لماذا العدد يكون يعني غير محدد يزاد عليه ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات ولم يقل اجتنب الموبقات شيخ спрашивает почему пророк упоминал число если оно не ограничено этим числом вещи ограничены числом если не ограничены как например сторонитесь семи смертельных грехов Почему он не сказал просто сторонитесь смертельных грехов? Ведь их же больше, чем семь, говорит. Потому что, говорит, это лучший, говорит, путь в обучении пророку сам, да, то есть пророк сам лучшим образом обучал своих сподвижников. И это, говорит, самое близко к пониманию человека, да, упоминание человека. يضبط الحضور الآن هذه الأشياء تضبط. Потому что если упоминается число, его легче запомнить, да, говорит. То есть в присутствии на уроке, то есть вы слышали о семи смертельных грехах, вы их запомните, что их семь, да, было упомянуто. نعم. وعلى هذا سار العلماء ومنهم الإمام المؤلف رحمه الله تعالى. И ученые идут этим путем до сегодняшнего дня, да, то есть также и автором и также примером является автор этой книги, да, то есть упоминал число, да, в самом начале говорил шесть основ, да, и начал их перечислять. لماذا ندرس الأصول الستة؟ Почему мы изучали именно эту книгу как шесть основ? لماذا؟ Почему? Вопрос к вам. أخذنا. لماذا ندرس؟ لنعرف طريقة أهل السنة. لابد أن نعرف الأصول التي عليها السنة لأنه قد يسألك سائل يقول أنت تسير على طريقة أهل السنة تقول أسأل الله يجعلني منه وسائل على طريقي تقول ما هي الأصول تقول لا أدري كيف تكون يعني سائر على الطريق وانت لا تدري عنه؟ Как брат сказал, говорит, для того, чтобы знать путь Ахли Сунна валь Джамаа, то есть мы изучили эти основы для того, чтобы идти по нему. Как мы, шейх до этого привел пример, говорит, если тебе кто-то спрашивает, что является основами Ахли Сунна валь Джамаа, и ты скажешь, я не знаю, он тебе скажет, а как ты себя приписываешь к Ахли Сунна валь Джамаа, если ты не знаешь даже тех основ, на которых они основываются, их призыв. Для того, чтобы, то есть мы изучаем эту книгу для того, чтобы знать основы أهل السنة والجماعة يختلفوا. وحتى لا تقع في ما وقع في الفرق الضالة المخالف للأصل طبعا. И также для того, чтобы не впасть в противоречие, в которые впали заблудшие течения, да, которые противоречат этим основам. وحتى نعلم الناس
Также для того, чтобы обучать людей этим основам. يعني نتعلم من أجل نعمل وندعو. То есть мы изучаем для того, чтобы делать дела соответствующие тем, что мы узнали, и также для того, чтобы призывать других людей к этому. يعني رأيت هذا مثلا. Как, например, мы видим брата нашего. Я لا يجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. نعم. Не собирает, то есть не хочет объединиться на том, на чем были объединены пророк сам и его сподвижники. تقول له اتق الله. Ты ему тогда скажи, побойся Аллаха. هذا مخالف. Ты противоречишь основам Ахли Сунна. لا يعني مثلا لا يرجع الى اهل السنه الى علماء اهل السنه يرجع الى المخالفين يقول اتق الله انت الان خالفت هذا الاصل. То есть ты возвращаешься не к тем основам, которые, на которые был пророк сам его сподвижники, а возвращаешься к тем, кто противоречит им. Поэтому побойся Аллаха и вернись к основам Ахли Сунна валь Джамаа. هذا يقول لك فلان من اولياء الله. То есть кто-то скажет, тот такой-то является приближенным к Аллаху, вали Аллаха. تقول كيف عرفت انه ولي من اولياء الله؟ Тогда ты ему скажи, а как ты узнал, что он из приближенных? لا بد تفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. Поэтому мы должны разделять между приближенными к Аллаху и приближенными к шайтану. نعم. ثم ايضا ندرس هذه الاصول السته لاننا طلاب والعلماء رحمهم الله تعالى نصحوا بدراسة هذه الأصول الست. И также, то есть мы являемся, раз мы изучаем шариат, как являемся студентами, шариатскими студентами, то есть мы должны придерживаться тех наставлений, которые нам дают ученые. И ученые нам дают наставление изучать эту книгу, поэтому мы должны изучать. هل الأصول الستة محصورة بهذا العدد أنها ستة فقط أو أكثر؟ Эти основ шесть, они ограничены эти шестью количествами, или же их больше на самом деле, что я спрашиваю? نعم لا ليست محصورة بالستة هي أكثر لكن أراد المؤلف رحمه الله أن نضبط في هذا المجلس في هذا المتن هذه الأصول الستة. Зачем тогда автор упомянул этих шесть вещей? Потому что он хотел именно вот в этой книжке разобрать именно эти шесть основ для того, чтобы вот в конкретном собрании разобралось именно эти шесть этих основ и чтобы люди твердо их укрепили, да, в своих сердцах. والله أعلم. И Аллах об этом знает лучше. نعم.